Сейчас готовимся к отъезду. У нас специально было взято рекордное количество вещей. Это вот такая вот сумочка. И вот сумочка, которая лежит здесь. То есть задача сейчас вот эти вещи засунуть сюда, в сумочку. В принципе, это все, что мы с собой брали. И далее у нас будет большой переезд. Ну у нас еще есть рюкзачок вот такой. Отправляемся в центр острова, в духовную столицу, которая называется Убуд. Минимум вещей делают нас мобильными. Путешествуйте налегке, друзья мои. Мы прибыли, наконец, в следующее место нашего назначения. В Адил Вилла. Гестхаус. Полина заполняет документы. И мы будем заселяться. Скажи спасибо. Сейчас находимся в Убуде. Идем к обезьянам. Взяли с собой бананов, купили в магазине вместо. И будем их сейчас угощать. Но, как оказалось, угощать обезьян нельзя. Не стоит трогать их потомство. Опасно смотреть им в глаза и улыбаться. Также не стоит приходить сюда с полиэтиленовыми и бумажными пакетами. Их обязательно порвут ради содержимого. Сотрудники парка трижды в день кормят обезьян, и у них специальный рацион. Сладкий картофель в сочетании с кукурузой, огурцами, арбузами и другими местными фруктами. Придя в это мистическое место, чувствуешь себя гостем. А макаки здесь являются полноправными хозяевами. В лесу обитает около 900 обезьян. Тут целых 7 кланов. Обезьяны перед главным храмом, Мишлен, Восточные, Центральные, Кладбищенские, Снового леса и Южные. Нужно сказать, что обезьяны здесь не такие агрессивные, как в Улувату, потому что за ними присматривает около 100 сотрудников, которые обеспечивают их жизнедеятельность. Манки Форест – это маленький рай для обезьян. Опасно, здесь его пораны. Наверное, никто это не делал. Настя, что делаешь? Привлекаешь обезьян. Скажи спасибо. Переспелый, да? Тут картошку убьют.
Тут банан. Вкусно? В Monkey Forest обезьян теперь нельзя кормить, но если очень хочется, то можно. Мы прекрасно провели здесь время, рекомендуем это место к посещению, если вы будете в Убуде. Сейчас более подробно отель еще раз покажу. Адил Вилла Хаус. Прикольный, нам очень нравится здесь. Отель молодой, отзывов мало. Здесь рыбки плавают. С видом потрясающим на рисовые террасы. Ну, это поля получается, рисовые террасы. Здесь улучшенные номера с кухней. Вход получается как в отелях по карте. Открывайте. Ну вот здесь получается такая кровать. Ваш. Завтраки включены. Получается 1500 рублей в день стоимость. Мы рекомендуем вам. Находимся сейчас в Варунге Тити. Принесли нам фирменный на сегодняшний день коктейль клубничный. Цены здесь порадовали. Заказали два стейка из тунца по, получается, 260 рублей стоит. Такая вот обстановка. Прикольные такие трубочки в кафе здесь. Натуральные, так сказать. Принесли стейк с тунца. Что там? Кусочки такие. Выглядит аппетитно. Заехали в такую забегаловку JFC. Прикольно так. Менюшка. Что будем заказывать, Настя? Картошку фри. Чем тебя тунец не устроил? Вы знаете, мне кажется, абсолютно оригинальная идея открыть такое кафе, и оно вообще ни на что не похоже. Кафе называется JFC. Вот этот мужчина, который придумал. Вот есть же вот люди, у которых идея такая, жилка. Молодец, JFC сделал.